Для того, чтобы решиться на оперативное вмешательство, вам необходимо выбрать хирурга. И есть определенная статистика, когда хирург выполняет 50 однотипных оперативных вмешательств в год. Если меньше 50, он постоянно находится в стадии обучения. Если больше 50, то он уже набирает определенный опыт. Но есть также статистика, если врач выполняет ежегодно приблизительно 300 и более оперативных вмешательств одного типа, на тазобедренном суставе, на коленном суставе, либо на стопе, здесь в зависимости от патологии, это уже является показателем профессионализма.